Так, заглохли. Такое вот место. Сейчас посмотрю, если можно подойти к берегу, то попробуем. Сейчас только была поклевка. Сняли червяка. Но это уже вселяет надежду. Яма прям какая. Клевка была хорошая, но не получилось. Так, опять удар был. Вот есть, ух ты, да что-то хорошее. Окунек. Окунек. Ну вот, обрыбились. Вот такой вот окунишка на мормышку. Сейчас, наверное, закину еще поплавочную удочку. И закину совок, садок. Так, еще одна поклевочка. И окунек. Ну вот, еще один окунек. Глядишь, на уху и наберем. Что-то белая рыба не хочет сегодня ловиться. Так, пойду положу в садок. Блин, уже четвертая поклевка. И никак не могу подсечь. Или мелкий окунек. Или какая-то хитрая рыба. Вот пулеметная очередь. Снимает червяка, вот уже третьего одел. Все, что-то затаился. Я пробовал на опарыша не хочет. Ну-ка поглубже.
Тут вот буквально полметра от берега и все вот сразу. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. О-хо-хо-хо. Вот он. Бандит, который у меня съедал червяков. Вот такой вот окунишка. Ну, посмотрим, что нам попалось. Так, а попалось нам очень даже и неплохо. Вот, смотрите. Сорога, окунь. Вот такая вот хорошая сорожка. Это вообще селедина. Сейчас я ее распутаю. Вот смотрите. Хожу с кивком тут же. И долбят мелкие окуньки. Этот по ячейке пройдет. Ну вот, теперь уже можно сказать, что на уху поймал. Ну а вот это прям вообще добрая, смотрите, какая селедина. Давайте посмотрим улов. Вот такая вот сорога. Настоящая сибирская сорожка. И два окунька. Вот улов. Ну все. Идем посадим в садок. И будем пробовать дальше. Так, а тут у нас увело поплавок. Так, кто-то есть, кто-то есть. Вот он, еще один окунек. Так, тихо, удочка поехала. Ох, а заглотил, заглотил. Ну вот, вот такой вот окунь. Экранчики работают. Пойдем проверим остальные. Такое вот место. Сейчас глянем, есть ли кто-нибудь или нет. Да, конечно, чтобы полноценно ловить экранчиками, нужно... Вот она, одна, две сорожечки. Ох, ох, ох. Вот. Две сорожки. Одна и вторая. Закидываем обратно. Так вот. Это сейчас хорошо встал. Так, ну и второй посмотрим. Да, надо приезжать с удилишком. Вот еще одна, две сорожечки. Вот еще две сорожки. Ну что, неплохо, неплохо.
Косорога-то отличная, крупная. Ну вот, такой вот у меня получился улов на этих двух экранчиков. Вот. Четыре сорожечки. Такие вот. Пойду пущу в садок и пойдем ловить на удочку. Все, стало припекать солнце, и клев сошел на нет. Рыба плещет, круги ходят, но была одна поклевка. Ну не подсек, и все. Снял червя, одел опарыша. Ну, результат тот же самый. Ну, если видно на камеру, вон круги по плесу. А брать не берет. Проверяем следующий экранчик. О, одна сорожечка. Вот такая вот. Да, рыба перестала ходить. Вот с утра она, если поклевала на удочку, то она и в экранчике шла. А сейчас все. Либо на глубину ушла. Ну и третий экранчик. Посмотрим, что в нем. Да, нужно... Окунек попался. Окунек и сорожечка. Вот, я думаю, видно. Сейчас выпутаю. Сорожечка. Так, что у нас тут с окунем? А с окунем тут посложнее, запутался прям хорошо. Оп, выскочил сам. Выскочил сам. Вот такой вот красноперый окунишка. Ну все, сматываю и будем выдвигаться домой. Ну вот такой вот мой улов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть окуньков. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. 8 сорожек. Погода сегодня, конечно, не фонтан, но тем не менее что-то поймал. Сейчас уложу и будем выдвигаться в сторону.